Привет, я шлюха. Так бывает. А больше вам мне и не надо. Вы все говно! Говно должно говорить громче! Здесь вам не курорт, калаш мне в зад. Это армия тратил мне в жопу. Давайте, соберитесь, пожалуйста, минуту до эфира. Вера, почитай суфлёр, пожалуйста. А в эту субботу в 15:00 на канале Ю Премьера 3 часа нового сезона топ-модель. Так, все хорошо по звуку. Пожалуйста, девочки, подправьте чуть-чуть Вере грим. Чуть-чуть она блестит. Вера, к Ауле Дионовне сейчас подводимся. Они не будут сегодня? Все-таки нет. Поняв, что фоток с мировыми знаменитостями в Инстаграме... 40 секунд до эфира. Оль, пожалуйста, порезче. 35 секунд. ...который подъехал чуть ли не к концу презентации, поняв, что к чему, и, так сказать, отметившись... Ааа! Ты что сделала, Оль? Блядь! Да что у нас дальше порвалось? Ну, бери свои... Как я ее зажму под рукой, ты в своем уме вообще? Сделай что-нибудь, блядь! Я не буду так стоять, я не буду! Я не буду так висеть с ничего! Я ничего не знаю, блядь! Куда ты села, Не наво, но все решил хэштег. Вот сейчас мне его показывают режиссеры. Озвучить не получится. Вот он. Нельзя колотить женщину. Нет. А что делать, если она говорит? Надо ее слушать. Вот это поворот. Давай, открывай. Давай, вылезай. Позвонишь? Да. Идиот. Откройте дверь сам, пожалуйста. Давай, потихонечку вылезай. Жопа, убери меня. Блядь. Блядь. Ты что, псите, что ли? Пожалуйста, ребята. На смете подлетел, слышишь? Бля, ты дверь вынес, придурок, ёпта. Можете прикручивать? Она тоже... Ну ты псих, парниш. Кем ты хочешь быть, когда вырастешь? Шлюхой. А что такое это слово? Не, ну что значит это слово? Не знаю. Шьява. Папа, давай я потанцую, включите. Назови человека, который шьет. Шлюха. И что, чем она занимается? И что, шьет ребяткам платье, всякие кофточки, и шапки, и юбки. И как она называется? Шлюха. В общем, мы не можем вам Свет, вернуть. Свет, я про что сейчас говорю? Вы пьете? Нет. Вообще не пьете? Вообще нет. Свет, в рот сейчас... не берете? В каком смысле? Ну вот, ну как, спиртного в рот не берете? Ну на это есть Новый год. Только раз в году выпьете. Ага. Сейчас ему мужик дверь откроет. Все, гусь нагулялся. Если с умом, если не злоупотреблять, я считаю, нормально, блядь. Ну вот, мы собрались сегодня, да, там бухнули, повод есть. Завтра мы опять соберемся, опять бухнем, опять повод есть, понимаешь? Гоп, стоп, ты отказала в ласке мне. Гоп, стоп, ты так любила звон монет. Я боюсь даже разговаривать. Привет. Здравствуйте. Сколько? 150-200. До Днепропетровска сколько? Чего? Километров? Ну да. 86. А, ну так бы и сказала. 150-200. Ты чё? Что ты расскажешь про Гагарина?
Он первый космонавт Земли. Угу. Он облетел один виток и... Всем привет, дорогие россияне! Сейчас вы можете увидеть картину. Обама, сука, споил русского мужика. Он даже не может нормально передвигаться. Я в связи с этим хочу обратиться к Обаме. Ты, сука, я тебя найду. Тебе слово пацана даю. Я тебя найду, чтобы ты, бля, больше наших мужиков, нахуй, не спаивал и не трогал. Давай. Оп, Обама, навстречу. Какие странные удары. Так они... Чего я этого не видел? Эй, дядя, ты чё, блядь? Ты как пантера, выбегает из кустов. Милиционер, коррупционер, денежных купюр коллекционер. Отпусти меня, па-ла-ла-ла, на закате дня. Дома ждет жена, четверо детей, 1000 рублей им сейчас нужно. Типа грибы, типа грибы, yeah. Поднялась влага в клубе, и мы растем, поднимаем уровень. Скажи мне, что с тобой. К нам прибыл добро. Мы пойдем просто потанцевать с подружками. Like a boss. Oh yes, I keep the bank rolling. Die, motherfucker, die, motherfucker, die. Die, motherfucker, die, motherfucker, die. So, так. Би сейчас вот так. О. Забыть-то. Так, хрен это вам. Why I love you. Ну зачем есть мясо с картошкой? Ну съесть-то селедка ее там с рыбой. Нам разум дал стальные руки крылья, а вместо сердца пламенный мотор. Все выше, выше. Случилось страшно. Жуткий похмельный синдром мучает меня. Если у вас имеется возможность, окажите, пожалуйста, финансовую поддержку на приобретение и употребление горячительных напитков. Серьезно, не на хлеб соль прошу, не на соль пищу. Исключительно в лечебных целях. Здоровье малеха поправит. Каждому номиналу буду благодарен. Но чем больше, тем лучше. Лекарство очень дорогое.